дальше дорога идет по ширине 8 метров. Это соответствует всем нормативам и всем стандартам. То есть это дорога, которая была до этого, ширина дороги. Также будет реконструкция линии освещения, будет ремонт тротуаров. И мы отводим воду от школы, с улицы отводим воду в сторону улицы Попова, в коллектор. Также будет выставлено знаковое хозяйство. И что самое главное, в том числе и по требованию ГИБДД, мы, наша задача привести подход к школе, к новым стандартам, к новым национальным нормативам. Вот заездной карман для автобуса. И тот павильон будет перенесен. Вот, видишь, на той стороне.